Цены на самую востребованную категорию яиц планируется зафиксировать в Нижегородской области. Соглашение об этом сейчас разрабатывает правительство региона. Речь идет о яйцах категории С1. Так вот, цены на них планируется заморозить уже в самое ближайшее время. В первую очередь соглашение с торговыми сетями коснется продукции местных производителей и пройдет под эгидой проекта «Покупай Нижегородское». Принять в регионе действенные меры по заморозке цен на социально значимые продукты поручил губернатор Глеб Никитин.